Полиция разыскивает стрелка, который в Парголово приставал к женщинам и ранил местного жителя. Молодой человек 23 лет вступился за дам и получил приглашение на так называемую стрелку. Пришел один, а вот агрессор приехал с приятелями на каршеринговом автомобиле. Достал оружие, выстрелил несколько раз и скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с пулевыми ранениями в состоянии средней тяжести. После стрельбы полицейские объявили план-перехват. Каршеринговую иномарку остановили на Васильевском острове, но там негодяя уже не оказалось.